Да, но вы знаете, это вот сложно, потому что об этом говорить, потому что действительно команды в основном все интернациональные, и вот такой какой-то вот у меня бешеного такого болельщического такого сейчас азарта нету. Я просто люблю смотреть красивый футбол. Вот. И вот недавно был финал Лиги Чемпионов. Замечательно, так сказать, болеть, можно посмотреть на красивом большом экране и все. Отец у меня, он большой фанат «Динамо», например. Вот он, ему не важно, кто там играет, важно, чтобы вот «Динамо» как вот бренд. Вот. Я как-то достаточно сейчас спокойно. Я просто люблю красивую игру. Вот. Что касается отечественного футбола, то какие-то всплески есть, то где-то супер сыграют, где-то, наоборот, полный провал. То есть вот какой-то стабильности нет, мне кажется, в нашем футболе. Вот. Но я думаю, что к 2018 году надо уже как-то подсобраться и выступить достойно, хотя бы в тройку-то надо войти, я думаю.